5508.06.2018. Обновлено 11.28 июня 2018 года 12422 Пекин, 8 июня. РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином стабильное сотрудничество, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня. Путин прибыл в Пекин в пятницу. В начале встречи глава российского государства поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР. По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остается одним из важнейших приоритетов России. Оно достигло беспрецедентного уровня. Российский лидер также обратил внимание на традиционную дружбу между народами двух стран, взаимоуважение. По его словам, активно развивается взаимодействие в сфере экономики. Решетка Владимир Путин, решетка Китай, решетка Россия.